Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, меня забросили до 2 звезд. Это ведь ненормально, согласись. Это не есть гуд. Поэтому, ребята, сегодня не забывайте воскресенье. Да какое воскресенье? Сегодня уже практически понедельник, потому что в данный момент на моих часах 11 часов вечера. То есть сделай выводы, да? Так, ну у меня сегодня первый выходной. Я, ребят, весь день сегодня проспал, пришел после работы. Немножечко поел, думал, сейчас позаписываю. Но поставил вариться курицу, думаю, сейчас немножечко отдохну. Сидел, у меня глаза залипают, не могу, дождался, выключил эту курицу. Думаю, ну сейчас прилягу чуть-чуть. Лег и до 7 вечера, ребята, прикинь. Весь день проспал, сегодня всю ночь буду сидеть. Получается. Так, ну что, в испытаниях я пойду слэша, естественно, фармить. Давай попробуем. А вдруг удача нам улыбнется. Так, фигурка кошки. Так, 15 жетонов. У Саги мне нужен слэш. Слэш мне нужен. Что-то мне подсказывает, что мне не дадут его. Ай-яй-яй-яй-яй, все меньше и меньше шансов. Есть! Друзья мои, я выудил слэша. Да, всего лишь 2 ДНК, но, ребята, оно того стоит. Уж поверь мне. Уж поверь-ка мне, оно того стоило. Так, дальше. Что, ежедневки, конечно же. Давай, наверное, пройдем серию испытаний по Шурику. Раз, два, три. Нет, Донни, ты обойдешься? Вот так вот сделаем. Так, ну что, есть еще одна, ребят, хорошая новость. Потому что мы будем с вами проходить Железный десант. Новая часть, это вторая часть, да, или можно сказать продолжение первой. В общем, первую часть мы с вами прошли. У меня на канале есть ее прохождение. Теперь будем проходить вторую часть. Как говорится, Звездный десант вторжение. Вот. Так что все у нас будет нормуль. Посмотрим новых персонажей. Игровая механика, в принципе, там не изменилась. По-моему, добавились новые юниты. И, насколько я помню, и, как тебе сказать, она более интереснее стала. Более масштабнее. Ну, мы посмотрим, ребята. Это, по крайней мере, я почитал в описании. Ну и будем, наверное, потихонечку переходить скоро на Shadow Fight. Начнем, наверное, со второй части. Продолжать ее будем проходить. Если, ребята, вы за, то можете поддержать меня в комментариях. Но сразу скажу, пердак будет гореть. Будет очень много руганий. Я сам себе знаю. Но постараемся без нецензурных слов. Так, что у нас там? Мутагена, как всегда, мало здесь. Мутагена мало, поэтому давай-ка искать на майке. Нам не хватает... Ага, 5 наушников. Всего лишь-то 5 наушников. Раз. Ну, 2. Так, еще 3 находим. 3... 4 и последний. Дайте, пожалуйста, мне. Не надо мне вашу колбу зеленую. Все. В плане. Так. Не подходит по уровню, насколько я могу понимать, да? Ах вы жуки навозные. Ах вы навозные жуки. Ну что же, ладно. Уговорили. Придется мне теперь еще и набивать уровень ему. Как ни крути. Так, сразиться в компаниях. Так, сразиться в компаниях. Ну, продолжаем, соответственно, искать на него. Так, а он что у нас? А, 2 уровня получил. Соответственно, он переместился, да? На позицию выше. Инвиз, я думаю, не стоит нам прокачивать вот это вот. Поехали. Пульт от телевизора. Сколько там? 3 раза, да, надо было еще? Так, все, задание выполнено. Как ты видишь, я забираю здесь все по фулке. Так, ребят, ну и, соответственно, бежим на арену. Ох, ё-моё, ранг 88. Слушай, завтра нам надо не прозевать вспышку. И успеть, ребята, успеть до того, как начнется турнир новый. Потому что даже если мы сегодня доберемся до полтинника... Ну, мы в прошлый раз с тобой добрались, да, и смотри, как меня скинули, а? Прошло буквально, ну, сколько, сутки? То есть, есть риск. И откатов у меня всего лишь 5 штук.
Не очень много. Я бы даже сказал, это мало. Да и продвигаемся мы с тобой очень-очень медленно. Так, зачем мне здесь Майки? Давай-ка без него как-нибудь обойдемся. Так, возьму Рафаэля, возьму Донателло, Лео, Майки и сюда Сплинтера. Ну, давай Сплинтера возьмем, фиг с ним. Если что, Рафаэль прикуривает своего учителя, я так думаю, да? Ему же не влом прикрыть своего мастера. Плюс уклоняшка от Майки. Вообще топ. Так, вчера, ребята, драконы всадники Олуха записывал. Пол видоса записалось, пол видоса, как микрофон начал пикать. То есть запись идет, а там пи-пи-пи-пи-пи. И вот так вот пол видео, прикинь. Естественно, эту серию не стал выкладывать. Что с микрофоном в последнее время происходит, не понимаю. Вроде не падал, ничего, что он начал хандрить. То может не записать, то записывает с какими-то помехами. То искажает голос, как вы видели, наверное, в некоторых видео. Видимо, все, ребят. Ну, сколько он у меня? 7 лет? Я думаю, что для... Ну, как 7 лет? Вру я. Какие 7 лет? 5? Не, даже 4, наверное. Потому что до этого у меня был микрофон Snowball. Потом я приобрел Samson, вот этот вот. G-Pro. Да, на тот момент он очень дорого стоил. Но он того стоил. На самом деле, ребят, микрофон очень крутой. Мне нравится. Вот. Ну, видимо... Он у меня постоянно включенный. Сутки, ребята, он включенный. Я не выключаю его. Даже когда я сплю или иду на работу, он все равно у меня включенный. Что, наверное, не очень хорошо сказывалось на нем. Так, ну посмотрим, сколько зэк. Блин, ну в принципе нормуль. Крэнк, не подведешь, надеюсь, меня? Зэк там постарался? Есть. Ну да, Крэнк красавчик, бомбит не по-детски. Урон у него, конечно, зашкаливающий. Но мы что-то вообще двигаемся как тараканы. Как тараканы, я в прямом смысле, ребят. Что это за продвижение у нас такое? Еле-еле. Это только 60-я позиция. Еще нужно, ну, как минимум 6 боев. Плюс 5, там 11 поединков. Кстати, я только сейчас заметил, что у него, по-моему, в посохе, ребята. Там этот, что ли? Вы знаешь, как раньше были такие игрушки, их покрутишь, и потом снежок там падает. Вот что-то типа того там. Бамс. А зачем вот это вот он делает? Зачем он бросает посох для того, чтобы встать в стойку, а потом его обратно взять? Нелепо, конечно, это смотрится. 52-я позиция. То есть всего лишь 8 ступенек пролетели сейчас. Я тебе говорю, что-то здесь не то, ребят. Что-то здесь совсем не то. Я не ожидал такого эффекта, что мы так будем медленно с тобой продвигаться. Ну, видимо, воскресенье, как бы все тут ячейки, как говорится, все уже прям микронорки заняты, и сюда так фиг пробьешься без боя. Поэтому вот приходится пробиваться через это все. Бэмс. Ну, Ванька, красавчик. Так, погнали далее. Ну, да, надеюсь, 40-ю эту позицию возьмем. 44-е. Мне такое ощущение, что придется. А что придется? Придется рекламу смотреть за... Чтобы получить 10 откатов. И плюс еще посмотреть рекламу. Потому что своими силами, я чувствую, мы здесь не вырулим никак. О-о-о-о, зачем хиляться-то, а, Доня? Так, понижение атаки. Сможешь пробить? Молодец, Тимати. Красавчик. И здесь добивай. Все, ребят. Здесь у нас нормально получилось. Нормально-то оно нормально, но бойцов-то у нас больше не осталось. Топовых. Придется откаты тратить. Придется тратить откаты. Ну что, берем тогда, значит, Супер Шреддера плюс Армагона. Супер Шреддер плюс Армагон. Раз, два, три. И это при том, что мы с тобой сделали все ежедневки и забрали вот как раз эти самые откаты. Так, окно закрою. О, а тут что-то там шумит на улице что-то. На ночь глядя зашумело. Бамс. Все. Как говорится, по матрешкам разлетелись.
Ну, а мы двигаемся дальше. 26-е, да что ты будешь делать-то, а? Нет, я все-таки, ребят, приобрету заранее. Заранее, как говорится, приобрету, чтобы потом голова не болела. Так, а почему мне не дают, например, 17? Вот. Так, Армагон на выход. Крэнк на выход. Они уже все, у них максимальный, ребята, уровень, как ты видишь, 79-й. И вот Майки, если не ошибаюсь, он как раз-то и будет сейчас ходить одним из первых. Нет, Армагон, сейчас посмотрим. Да, все-таки Майки ходит первым. Ух. Хорошо, он влупил, хорошо, выжили у меня братки мои. Я говорю, когда Майки, этот, как его звать-то, Микеланджело, Карайка и... как его звать-то, ё-моё, Хан. И Хан, вот когда они на 79 уровне, они, ребят, всегда ходят первыми. Ну, если, конечно, у тебя не будет таких же бойцов. Тоже я имею в виду прокачанных. Берем опять же Армагона. Супер Шреддера. Раз, два, три. Так. 9 откатов. Получается 3 поединка, да? Нет, 4. 4 поединка у нас еще. И там 5. 9 поединков. Ну, я думаю, нормально. Этого хватит. Завтра у нас во сколько? В 3 часа, да? Будет буст. Я вообще не знаю, нужен ли... Ребят, напишите в комментариях, нужен ли нам вообще этот буст. Мы все время с вами буст, 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 и у нас никогда не получается пробуститься. Может, не обязательно вставать в такую рань по откату, может, попозже можно, а? А еще тем более сейчас, если я всю ночь просижу, это же... Во сколько я под утро лягу спать? Вряд ли я смогу потом... сесть и буститься еще. Или сяду, ну, знаешь, сколько буду недовольный, хмурый, бубнить там что-то, не в попад. Тыч. С одной тычки. Так, хорошо, мы потихоньку продвигаемся к Лиге Мастеров 3 звезды. Но, есть. Взяли мы эту высотку. А теперь, друзья, нужно укрепиться. Одно дело взять, как говорится, а другое дело укрепиться. То есть занять уже твердую позицию и спокойно знать, что завтра ты встаешь на откате, и ты находишься в Лиге Мастеров 3 звезды, а не 2 звездочки. Так что погнали. Пумс. Вот Крэнгу не хватает, знаешь чего? Хорошей инициативы. Вот он мощный мужик, но он все-таки пропускает Армагона вперед. А был бы он первым бы, было бы, наверное, вообще топово. Так, 88 место. Слушай, давай-ка другую команду. Там два Майки, ну их, как говорится, с двумя Микеланджелами только соревноваться. Раз, два, три. Ну, понятное дело, что здесь всех отыграть мы не успеем. Но нам, как бы, в принципе, и не нужно. Погнали. Окей. Добивай. Все, нахлобучили. Так, еще немножечко повоевать. И, в принципе, все. Там у нас сколько? 3 отката, что ли, осталось? Точно. Придется еще все-таки смотреть рекламу. Как бы я этого не хотел, но деваться некуда. Раз, два, три. Глянем, получим 10 откатов. Ну, на 5 поединков нормально. Поехали, начнем с валуна. И закончим ударом от Крэнга. Все. Все, ребятушки отдыхают. Но эта серия выйдет либо завтра утром, либо сегодня ночью, ребята, выложу. Посмотрим.
Так, 69 место. А, у нас не хватает. Все, ребят, пошел я, короче, в магазин. В игровой, естественно, магазин. То сейчас подумайте, что я сейчас побегу в магазин. Ну и будем смотреть. Ну вот, последний откатик мы забрали. Итого у нас 11 штук. Поехали. 17-24. Ну что, Армагон, опять же я тебя заберу и... Ну давай возьмем Кужеголового. Так, не обязательно нам туда идти. Начнем вот с этих вот. Тут все равно 5 поединков осталось отыграть. Ну, давай, родной. Валунчик свой. Пау. Но не упал только один всего лишь. Карайка, вот видишь? Карайка по инициативе, ребят, 70 уровень. Переплевывает Кожеголового. А если она была бы сотого уровня, соответственно, мне кажется, она даже бы, скорее всего, переплюнула и Армагона. А вот интересно, кто у них по инициативе круче? Карайка, Хан или Майки? Такой почему-то у меня вопрос, ребята, заинтересовал. Так, давай-ка возьмем опять Кожеголового. И раз, два, три. Так, это второй поединок, да? Еще три остаются у нас там. Давай, Армагоша, как всегда. Кто-то мне спрашивал в комментариях: Рэй, тебе не надоело еще играть в черепашки-ниндзя? Ребята, я вам скажу сразу, если бы мне что-то надоело бы играть, поверь мне, я бы не играл в это. У меня есть определенные цели, я хочу их выполнить, понимаешь, в этой игре. Все прекрасно знают, какие у меня здесь цели. Это прокачать всех персонажей без читов, взломов и тому подобное. То есть своими силами. Все. Ни больше, ни меньше. Ну а потом, естественно, ребята интересуются: а что ты будешь делать, когда у тебя прокачаются все персонажи? Ребят, ну тогда будем составы делать. Составы от подписчиков. Все, мы будем тестить. Может быть, какие-то там, не знаю, челленджи проводить. Посмотрим, там уже, извини меня, можно что угодно делать. Может быть, игра закроется к тому времени, фиг ее знает. Вот. Так, ну, Хан, ну понятно. Оу, щет, ребята, он вырубил мне Острозуба. Паршивец Хан, а. Твою же налево. Да, ребята, он переплюнул и Армагона, и Кожеголового по инициативе и ушатал мне Острозуба. С одного удара. Вот так вот. Ничего не предвещало беды, а вот он взял и выполнил. Так, здесь Карайка 79 уровня. Слушай, я, наверное, знаешь, как сделаю? Возьму Шредера и Зека. Уж этих-то ребят по инициативе, я думаю, даже Карайка не переплюнет. Сейчас, кстати, и посмотрим, кто быстрее, Зек или Карайка? Зек. Зек все-таки, друзья мои, быстрее, чем Карайка. Мы еще и замедлили, и сейчас, наверное, Шредер ушатает. Упс. Так. Ну, хорошо, что здесь постепенный урон. Но, ты знаешь, вот так вот мы могли бы сейчас, ребята, отхватить звездюлей по полной программе. 33 место. Все, ребят, последний поединок у нас намечается. Раз, два, три. Потому что там последний откат. Ну что ты с ним сделаешь? Не будешь же брать одного супер шредера с мелкими. И это не поможет. Так. Ну, Армагон, давай добивай. Все шикарно. Ну что, друзья, все-таки, ну, какая там 20-я, я думаю, позиция будет, да? Там 22-я, 23-я, какая? 25-я, в конце концов. 20-я. Я думаю, что этого будет достаточно. Завтра даже можно было бы добить первое место. Но уж не будем этого делать. Сколько мы получили мутагена? 27 тысяч. То есть это хватит на прокачку. Да. Зэк получает 93 уровень. У нас еще остается пицца, насколько я помню. Поэтому... Где у нас?
Майки, 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 вот он. Поэтому, ребята, блин, надо было ему уровень прокачивать. Надо было ему уровень прокачивать. Ауч. Твою налево. Давай потратим, короче, все это на пульт. Пульт от телевизора. Я и забыл совсем, что нам ему уровень-то надо поднять. Ладно, бывают косяки. Так, сколько там еще? Еще один, да? Все, пульт от телевизора мы нашли. Так, нам хватит на прокачку. Здесь тоже хватает. Куда бы пиццу-то слить? Давай еще пультов найдем. Я смотрю, там много где они понадобятся. Поэтому лишними они уж точно нам не будут. Все. Пицца у нас закончилась. На испытаниях. Можно, в принципе, ребята, даже одно испытание попробовать пробежаться. Нам хватит. Так, три волны. Угу. Так, сплинтер красавчик. Сразу контрит, контратаку делает. Теперь давай-ка мы бомбанем. У нас вот провокатора нету, да? Хила, я смотрю, тоже нету. А ну-ка. Пулеметная дробь есть. Шреддер, которого коротит. Давно я, кстати, с ним не дрался, давненько. На тебе, пробивным. Тыч, пол хп сразу на раз. Сенсей, бамс. Че, он хиляется, что ли? Ух ты какой, ты посмотри, ну-ка, Армагоша, съешь его. Вот и все. Тынь-тынь-тынь-тынь, закоротил. Такое ощущение, что это робот, а не настоящий Шреддер. Какой-то киборг. Киборги заполонили. Снаряжение, хитрость получил. Так, сколько у нас еще один? Можно еще, ребята, даже одну подтасовочку. Так, 80 уровень. Вау. Ну, это уже опаска. Для... Да-да-да-да-да. Для сплинтера и для... Карайки. Так, он промахнулся. Я вот думаю, знаешь что? Можно нам, в принципе, взять Крисом Брэдфордом защиту. Уж она точно тут не помешает. Так, ну-ка давай пулеметочку сделаем. И на Шреддере, если я успею, я, наверное, все-таки возьму дополнительную защиту. Вышел он тут. Еще костюм-то у него такой, да? Давай, доп. Защиту, короче, как я обещал. Поехали. Чик. Чуть-чуть всего лишь. Так, у нас еще уклонение стоит, это круто. Тройной укус. Порвали. На лоскутки мы этого Шреддера. На лоскутки. Снаряжение, хитрость. Все, ребята, больше здесь я сделать, к сожалению, ничего не смогу. Три сыра никуда не хватит мне. Так, где у меня слэш? Я сейчас еще просто хочу глянуть, сколько у нас. У нас, вот, 93. Друзья, буквально 7. 7 каких-то замызганных ДНК не хватает для того, чтобы его прокачать. Эх, да, было бы круто. Но пока не судьба. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.